гостях одна из самых ярких певиц еврейского мира, Светлана Портнянская. Ну, тебя нашим зрителям не надо представлять, и ты лучше представь, я знаю, что вышел твой новый диск сейчас, да? Да, вышел вот новый диск в аккомпанементе чудесных музыкантов. Это трио, которое называется Верумен. Два человека из этого трио здесь. Это Аркадий Гипс, великолепный виртуозный скрипач, Александр Городецкий, прекрасный гитарист. Колпаков, которого сегодня нету. И я должна сказать, что год назад ребята участвовали в международных концертных турне Мадонны. Два года подряд они участвовали в ее концертных турне. И это было потрясающе. Это было 20 минут сольного выступления. Две цыганские гитары и одна еврейская скрипка. Аркаша. К моему счастью, к моей чести, вот я встретила такой коллектив. Я не считаю Аркашу. С Аркашей мы знакомы уже 15 лет. Эти два чудесных гитариста, которые так украсили необыкновенную музыку. Началось это давно, поддержал это абсолютно точно Эрнест Борисович, который меня вдохновил на эту музыку своей невероятной игрой. Я бы очень хотела спеть одну из песен этого диска. Это танго, который написал великий аргентинский композитор Астор Пьяццолла. И оно такое же философское и фантасмагорическое, как вся его музыка. В нем говорится о том, что умру в Буэнос-Айресе ровно в 6 утра в абсолютно влюбленном состоянии с моими любимыми стихами, бокалом вина, сигаретами, брошенная всеми, но абсолютно счастливая, потому что влюбленная, умру в Буэнос-Айресе ровно в 6 утра. Нет, Света, такое не годится. Давай ты останешься живая, здоровая, красивая и молодая. Только песню. Только песню, обещаю. От имени героя просто, не от себя имени. Да? Ты тебе... Нет, мы выберем кого-то, кого жалко. Давайте, вот Наташа права. Мы выберем, кого не жалко, пусть она умрет в 6 утра в Буэнос-Айресе. А Света Портнянская будет здорова и счастлива и споет для нас танго Пьяццоллы. Попрошу. Moriré en Buenos Aires. Será de madrugada. Guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adiós así de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros, te abrigo todo el alma, mi penúltimo filo quedará sin babar. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerta en punto cuando sean las 6. Hoy que Dios me deja de soñar, me olvidaré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás, toda de tristeza hasta los pies. Yendo. Llega el día, no llores. Thank you.
Buenos Aires. Será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir, mi pequeña poesía de adiós y de paz, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen, me pondré por los hombros, te abrigo todo el alma, mi penúltimo vino quedará sin beber, llegará tantamente mi muerte enamorada, yo estaré muerta en punto cuando sean las seis, cuando sean las seis, cuando sean las seis. Композитора Астора Пьяццолла прозвучало в исполнении прекрасной певицы Светланы Портнянской, аккомпанировал Александр Городецкий и Аркадий Гис, а мы уходим на рекламу.